Уважаемые ветераны, дорогие друзья, благодарю всех собравшихся сегодня тут ветеранов Великой Отечественной войны, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе, вооруженных конфликтов в Приднестровье и Южной Осетии, грузино-абхазской войны, воинов-интернационалистов, исполнявших свой долг в Афганистане, и ополченцев, поднявшихся на защиту Донбасса и всего русского мира в 2014 году. Вы живое свидетельство верности Отечеству, преемственности традиции русского воинства. Сегодня на Донецкой земле собрались русские солдаты разных поколений, объединенные любовью к родине. Выбор места нашей встречи не случайен. Саур-могила – священное место для жителей Донецкого края. Господствующая высота Донбасса – высота подвига русского солдата, символ несгибаемой воли русского народа. Всем известна история битвы за этот курган во время Великой Отечественной войны. В июле 1943 года советские войска прорвали немецкую оборону и заняли плацдарм на западном берегу Миуса. Тогда против советских войск были брошены танковые дивизии СС «Райх» и «Мертвая голова». Второй раз Саур-могилу штурмовали в августе. Уроженец Горловки, младший лейтенант Шевченко, во главе небольшой группы разведки поднял над ней советский флаг. 17 человек в тылу врага выдержали 12 атак немцев, но продержались до подхода подкрепления. 31 августа Саур-могила была взята советскими войсками. Этот момент стал переломным в освобождении Донецкого края. Далее, 1 сентября, были освобождены Седово и Снежное. 2 числа – Новоазовск, Торецк и Шахтерск. Далее – Дебальцево, Зугрес, Енакиево, Горловка, Константиновка, Краматорск, Макеевка и Славянск. 8 сентября был освобожден Донецк. Сегодня этот день мы празднуем как день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Эта победа стала началом освобождения Кубани, а после и Крыма. С нее началось освобождение всей Украины. Далее было форсирование Днепра, освобождение Запорожья и Днепропетровска. 6 ноября 1943 года немцы были окончательно выбиты из Киева, матери городов русских. Освобождение правобережной Украины завершилось осенью 1944 года. История повторилась в 2014 году. На Донбасс снова напали фашисты. За Саур-могилу снова шли ожесточенные бои. Высота несколько раз переходила из рук в руки, как и в 43-м году. В июле 2014 года против 600 украинских боевиков, у которых было более 60 единиц бронетехники, встали 16 ополченцев из батальона «Восток» под командованием Олега Гришина. Мы знаем его под позывным «Медведь». Здесь он погиб 28 июля 2014 года. Здесь и похоронен. Из тяжелого вооружения у них были один 82-миллиметровый миномет и спаренная зенитная установка, взятая с военной кафедры Донецкого технического университета. Как они выстояли? Ради чего сражались? Мы с вами знаем ответ на этот вопрос, как знал его воин Пересвет на Куликовом поле, как знали его Минин и Пожарский, собирая народные полки, чтобы освободить российское государство от захватчиков. Как знали их русские солдаты под Бородино, показавшие французской армии, что такое русский бой удалый. Его знали защитники Сталинграда,
знал младший лейтенант Шевченко, первым поднявший флаг победы над Саур-могилой? Этот ответ знает каждый русский солдат, каждый русский офицер. Его знали и 16 ребят, державших Саур-могилу в июле 2014 года. Они сражались за Россию, за то, чтобы русские могли оставаться русскими, за свой народ, за товарищей, с которыми шли в атаку плечом к плечу, за свои семьи и их мирное будущее. Передать это наследство следующим поколениям, воспитать преемников их воли к победе, благородства и стойкости – это вопрос нашего выживания как народа. Как сказал русский писатель Федор Абрамов, народ умирает, когда становится населением, когда забывает свою историю, культуру. Пусть же каждое новое поколение, оглядев родную землю, поймет, что народилось оно не в чистом поле, а там, где пролиты кровь и пот, талант миллионов сынов наших. Прошу почтить всех павших минутой молчания. Дорогие защитники, глубоко уважаемые ветераны, сегодня мы все собрались, участники различных войн Афганистана, Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии, для того, чтобы мы все вместе показали, что есть дух, который не сломить, что есть дух, который нас всех объединяет, независимо от национальностей, независимо от вероисповедания, есть дух, который нам дает силы, и есть дух, который мы никогда не предадим. И этот дух, русский дух, который нас объединяет, русский мир, за который мы все боремся. И в этом смысле каждый из нас является русским. Именно Россия является гарантом безопасности сегодня Республики Южной Осетии, Абхазии. Именно Россия является тем государством, которое приходит и созидает, помогает строить социальные объекты, школы, детские сады. Дорогие друзья, давайте посмотрим короткую историю, которую мы очевидцы сегодня. Где Соединенные Штаты Америки? Там хаос, война, убийства. Примеров много, и последний пример, пожалуйста, Афганистан. Предательство. Теперь посмотрим, где Россия. Россия в Южной Осетии. Развитие. Россия в Абхазии. Развитие. Россия в Сирии. Развитие. Помощь. Поддержка. Уверен, что мы все патриоты России не дадим сделать так, чтобы кто-то создавал нам проблемы. Это наше общество. Это мы являемся всей Россией. И это мы защитники. Защитники, которые теряли друзей, хоронили друзей, но не сдавались. Не сдавались, потому что мы все есть защитники России. Какого бы государства это ни касалось, мы есть защитники. Именно эта сила, дружба народов, дружба тех людей, которые сконцентрированы по защите наших общих интересов, дает нам силы. Сил нам, терпения и побед. Донбассу свободы Южная Осетия признала, Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику. Уверен, что это неотвратимый процесс. И уверен, что единение наше, оно будет всегда. С праздником, дорогие друзья! Побед нам и успехов!
Доброго здоровья, уважаемые земляки! От имени фракции «Единая Россия», от имени жителей Ростовской области, которые я представляю сегодня в Государственной Думе, я приветствую вас в этот солнечный день, отмечая День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Мы с вами увидели сегодня здесь, на сцене, тот небольшой исторический экскурс. Это и Ледовое побоище, это и Куликово поле, и Бородинское поле, это Сталинградская битва, это Самбекские высоты, это Саур-могила, это Берлин. Это подвиг русского народа, который никогда, ни в какие времена не нападал, а только отстаивал свой мир. Каждые 75-100 лет всякая нечисть возле наших границ собирается для того, чтобы попытаться уничтожить Россию, русский мир. И каждые 75-100 лет она получает по зубам. Сегодня снова возле наших границ нечисть собирается. Сегодня Донбасс на острие этих атак. Сегодня народ Донбасса – это патриоты России. Лучшие патриоты России сегодня здесь, на Донбассе. И я уверен в том, что в современном мире не может быть фашистствующего режима, который сегодня правит в Киеве. Народ очистится от этой грязи и ненависти. И Донбасс, и вся Украина вздохнет свободно. Наши предки завещали нам жить вместе. Мы рядом. Дон, Меус. Сегодня мы увидели моего друга Красова, с которым мы помогали Южной Осетии. Сегодня здесь вместе с нами мой друг Дмитрий Саблин, которым мы помогали гуманитарной помощью Донбассу. Сегодня здесь все, которые желают, чтобы Донбасс быстрее обрел мир, чтобы Донбасс снова стал частицей, он сегодня есть, но официально русского мира. Я желаю всем нам, всем стоящим здесь, вашим семьям мира, добра, благополучия. Будут награждены орденами, медалями и знаками отличия. Гаюх Александр Владимирович. Магатьков Андрей Александрович. Ранджелони Виторио Никола. Яковенко Сергей Иванович. Беков Семен Владимирович. Ура! О! Шагом вперёд!